Глава Топ Рэнк Боб Арум заявил, что удар в челюсть от Дуонтея Уайлдера может стать фатальным для Энтони Джошуа. Энтони Джошуа очень-очень хороший боец, как и Уайлдер, все они хороши. Но знаете, за Джошуа надо еще понаблюдать, у него не самая крепкая челюсть. Если Уайлдер ударит его в подбородок, то я думаю, для Энтони бой закончится. Это можно проверить только на деле. Мы еще не видели бой Уайлдер с Джошуа, но я считаю, что Фьюри лучше них обоих. Он самый разносторонний и искусный боец. Тайсон немного заигрался, когда Уайлдер его уронил. Дуонтей бьет очень мощно, но Фьюри чисто перебоксировал его. Российский тяжеловес Денис Лебедев прокомментировал недавний поступок Александра Усика. Украинец оставил титул вакантным, в результате чего он и перешел обратно к россиянину. Добрый день, дорогие друзья! Новости в мире бокса вы уже знаете, ну а нам остается лишь подчиниться резолюции ВБА. Александр не перестает удивлять своим позитивом. Я искренне желаю ему успехов в выступлении в супертяжелом весе. Я готов защищать свой пояс. С уважением, ваш Денис Лебедев. По словам менеджера Вадима Корнилова, Денис Лебедев может провести защиту своего титула WBA Super летом в России в поединке против обладателя титула WBA Regular в этом весе Бибута Шуменова. Также рассматривается возможность проведения Лебедевым защиты титула в Великобритании против местного непобежденного боксера Лоуренса Окколи. Окончательного подтверждения WBA еще нет, но вероятнее всего Денис Лебедев вернется в статус чемпиона, и уже летом этого года Денис проведет свой бой в России или в Англии. Лебедев готов встретиться с Окколи в Англии этим летом. Также Лебедев рассматривает возможность защиты титула суперчемпиона против регулярного чемпиона Бибута Шуменова этим летом в России. Есть вероятность, что этот бой станет последним в карьере Лебедева. Как рассказал в интервью промоутер Анджей Василевский, польский чемпион Европы в среднем весе Камил Шеремета навряд ли в июне сразится с Геннадием Головкиным. Помимо варианта с боем против Трипл Джи, Шеремета также получил предложение от Джермала Чарла. Однако поляк в настоящее время не готов принимать такие большие вызовы, так как первый месяц лета его тренер Федор Ляпин будет занят подготовкой другого своего подопечного Кшиштофа Гловацки в бою с Майрисом Брейдисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. Таким образом, основным фаворитом на встречу с Головкиным в июне является американец Брэндон Адамс. Сообщается, что в тот же вечер бокса Дмитриус Андрейд будет защищать титул WBO в бою с Максом Сулецки. Каллум Смит может вернуться на ринг 1 июня, вечер бокса, главным событием которого станет титульный поединок в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Джарелом Миллером. Предполагаемый соперник англичанина пока неизвестен, но сообщается, что в текущий год промоутер Эдди Хирн намерен свести своего подопечного в объединительном бою с Энтони Дирелом или Давидом Бенавидесом. Чемпион WBC в полутяжелой категории Александр Гвоздик в предстоящие выходные проведет добровольную защиту титула против Дуду Нгумбу. До конца года украинец намерен провести хотя бы один объединительный бой. Я сконцентрирован на Нгумбу, чтобы не повторить ошибку, которая проявилась в бою с Амаром. Я слегка недооценил его, что вылилось в непростой бой. Планирую показать всем, что являюсь лучшим бойцом дивизиона. Цель на 2019 год – провести объединительный бой. Но прежде чем я смогу это сделать, мне нужно победить в предстоящем поединке. Промоутер Эдди Хирн назвал потенциальных оппонентов для топ-претендента в тяжелом весе Диллиана Уайта, с которым пока еще продолжает сотрудничество. Согласно плану, британец вернется на ринг 6 или 13 июля в Лондоне. Среди его потенциальных оппонентов Луис Ортис, Александр Поветкин, Мануэль Чар и Агит Кабаэл. В конце года Хирн намерен вывести Диллиана на титульный бой. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса и ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.